кадет Санкт-Петербургского суворовского училища Александр Кравченко с детства мечтал стать суворовцем, пойти по стопам папы военного. Но не ожидал, что попадет туда так рано, с 6 класса. Это школа жизни, наверное. Ты познаешь, что такое дружба настоящая, что значит быть верным друг другу. Помимо Саши, в Республику Виталия приехали еще 230 лучших воспитанников суворовских и нахимовских училищ России и военных лицеев стран СНГ. На торжественной линейке открыли памятник генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. Честь сбросить с памятника покрывало удостоился почетный гость генерал-полковник, первосуворовец, выпускник Минского суворовского училища Петр Чаус и юный кадет Алан Лебедев. Осветил памятник протоиерей отец Виталий, духовник Кубанского кадетского братства, выпускник Киевского суворовского училища. После приветственных слов приглашенных гостей право сказать слово от суворовцев получил Александр Кравченко. Сегодня здесь, в Вите, открывая памятник, мы поклянемся. Жизнь Отечеству, честь никому. Клянемся! Новый памятник озарил праздничный салют. После торжественной церемонии открытия представителям учебных заведений вручили миниатюрные копии бюста. В программе форума для кадетов запланировано посещение воинской части, концерты, экскурсии, интересные встречи, круглые столы и другие мероприятия. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.